Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы сегодня будем учиться стрелять снайперских винтовок. То есть не я вас буду учить, а вы будете сами учиться. Я просто расскажу и покажу, как это сделать. Все команды, которые типа админка, будут указаны в описаниях под видео. Теперь мы рассмотрим команды, которые будем использовать. Самая основная команда в типа админки в одиночной игре это spawn. Spawn item. Ну, у меня, конечно, perfect English, я все понимаю, но все равно. Spawn item, который мы будем использовать. В основном она просто вот spawn и там вот эта команда, она применяется во всем просто. Ну, вам нужно заспавнить предмет, вы пишете spawn и там. Вот, к примеру, я хочу пострелять с СВД, да? Мы пишем решетка, spawn и там. Все команды будут в описаниях под видео. Конечно, ну вы сами можете просто spawn item прописать. И там я хочу пострелять с СВД. Пишем СВ. И у вас снизу высвечивается weapon СВД, weapon suppressor СВД, магазин на СВД. Все, что вам нужно. И вы берете просто на стрелочках клавиатуры. Опускаетесь вниз. Вот weapon. Хоп, есть. Теперь обратно. Решеточка spawn item не нужно прописывать. Вы можете просто нажать Т, нажать вверх, и у вас уже сразу будет та команда, которую вы уже использовали. Вы просто убираете лишнее, оставляете spawn item, пишите SV и выбираете дальше suppressor. Затем так же самое, стрелочка вверх. Стираем. Пишем СВ. Магазин. 7,62 на 54. Тип прицела я буду использовать с М82. Барретт. Прицел с Барретта буду использовать. Пишем М82. Weapon scope. И чтобы он подошел на нашу СВД, мы используем scope rail. Rail, boy, rail, 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 scope rail. Не знаю почему так, тут он просто пишется RIS adapter, RICE adapter. Одеваем это все. И у нас есть суперствол. Остальные команды на винтовки в описании под видео. И не только. Там есть и ссылка на остальные команды, где там можно прописать, что ты хочешь. Начиная от спавна предметов для дома, заканчивая машинами, едой, чем ты хочешь. Перенесемся сразу к самому вкусному. Как это будет все происходить? Наша тренировка с винтовками. Решеточка, телепорт, координаты. И тут должен быть ваш ник. Нажимаем. Узнать свои координаты можно командой в описаниях под видео. И нас телепортирует на место стрельбы. Чтобы заспавнить зомби, spawn random зомби. Прописываем команду spawn random зомби. И дальше число через пробел. Это будет количество зомби, которое вы заспавните. Нажимаете. Теперь нажимаете вверх. Еще. И вот телепорт.
Я вам расскажу. Вы нажимаете Т. Когда вы нажимаете на стрелочках вверх, у вас показывают те команды, которые вы уже использовали. Вот вы нажали Spawn Random Zombie. Да? У вас заспавнились зомби, да? Потом не надо обратно прописывать. Вы просто вверх нажимаете, ищите команду телепорт, указанное место и ваш ник. И вы телепортируетесь. Телепорт. И вот таким образом вы тренируете свою снайперскую стрельбу. Двоих, наверное. Двоих на изи вообще. Не кар это, чемосинка, это мощь. Давай немного дальше их зараспаним. Что там по патрончикам, нормально все. Так, нажимаем Т, нажимаем вверх. Спаун зомби. Два раза вверх, телепорт на место, там где мы будем стрелять откуда. Оп, целимся. Проверяем расстояние. Ветра почти нет. Точно выстрел в голову. Так, а давай мы попробуем с драгунова стрелять при таком ветре. Так, ну я прицел поменял. Так, на другой прицел, блин. Короче, надо на драгунов два прицела, это точно. Для близких дистанций и для дальних. Так, 168 метров, да? Угу. Ну, скорострельность просто колоссальная. И 10 патронов в обойме, это просто супер. Это просто бомбезная винтовка Драгуна. Можно людей пачками ложить. О, давай заспавним зомби с броней. Так, Military Armored. 10 штук. Можно еще 10. Еще 10. Еще 10. Так. Где мой телепорт? О, господи, наспавнил этих козлов. Нихера себе. О, опа, что то? Увидел меня или чё? Что это он? Ты чё? Хопа, за ним убил. Хоп. За ним убил. Право ушел прицел. Жесть, я их наспаунил. Интересно, а Драгунов возьмет их? Ветер не поменялся. Вот два. Нет, не-не-не, на двоих. Двоих. Вот тут вот два почти стоят. Красиво. Блин. Один нагинается, потом второй нагинается.
Кайф, вообще Драгунов классный. Так, а давайте мы возьмем Барретт, блин. Барретт. На пешных патронах. Вот это мощь. Жесть у нее, конечно, эти. Обоймы большие. Вот это мощь, а если двоих? На, нафиг улетел. Вот это мощь. Звукан, конечно. А ну сейчас наушники сниму. Я ж в наушниках был. Теперь без наушников. Так, надо перезарядиться. Троих, давай, да, блин. О, сейчас будет идти. Нет, двоих только. Жесть, аж шаг звенит. О, троих, нет. Вот, сука. Блядь, давай. Да что тут такое ускоренное? А ну, полегче, ну, притормози. Сука, можно эти гонки устраивать. Блёха, муха. Жесть, это чисто по кайфу. Вот это бандура, блин. Пофиг, куда попадаешь. Не, вот в ногу. Да блин, там ногу должно отрывать нафиг. Ну это бред, конечно, честное слово. Туловище он умирает. Ты шо его откинула? А в ногу? Это не, ногу. А че ноги не отрывает? Вот. Сколько, блядь, пары-то, блядь? Ему там нахер ногу должно было оторвать. Да, вот это, конечно, бред. Туловище просто целись и все. Минус тело, бля, это кайф. Если информация была полезна для вас, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока, всем спасибо.